Всем привет! Сегодня у нас интересный тест Mercedes 96 года. Смотрим, как работает с ним синдиак. Значит, взяли сам свисток, взяли адаптер, единственное, что от лаунча, не обычный, а именно от лаунча, с мультиплексом внутри. И будем пытаться к нему подключиться. Выбираем Mercedes. Ну, автоматический поиск он не найдет, потому что 96 год. А какой же это у нас кузов? Так, кузов у нас 202. Вот. До 05.97. Ну, по-моему, до 05. У нас тут бензин. Фиг тест. Да. Да. Угу. Ну, как видите, пошла у нас сканирование. Так, почти все закончили с диагностикой. Что мы видим? Двигатель. Видим ABS. Приборную панель. Сейчас еще не закончил.
Вот. Опять же, менюшка вот эта удобная, что сверху ошибки. Снизу, что нормально. Давайте посмотрим по двигателю. Задумался. Угу. Удалим. Параметры работы. У них все довольно много параметров. Никаких адаптаций, конечно, на 96 году нету тут отдельно. Немного параметров. Ну, слышим, выдает на приборку. А выключиться не хочет. Здесь еще можно указатель тут погонять. Внутри секунды смысла нету. Дисплей. Включить-выключить. Тоже ничего интересного, потому что... Это так, то есть довольно хороший функционал, учитывая, что машинка у нас старая, а приборчик у нас новый, да, сброс ТО, кстати.